Всем привет! С вами Женя. Денис, сегодня мы проходим очередную карту от подписчика, сегодня уже 10 мая. Да. Прошло уже день. Так, мы появились в каком-то доме. Нам уже другую карту послали, называется Шахтер Джек, вроде, часть 1. Джек. Вроде так. Так, что сам. Всем привет, ты на карте... Ну да, правильно. Шахтер Джек, часть 1. Карту сделал Мутрололо, мистер Трололо. Прочитай все правила. В сундуке вещи и предыстория. Предыстория. Первое. Не ломать, не крафтить блоки. Второе. Не применять читы. Можно таймсет. Ну, конечно, таймсет. У нас всегда таймсет есть. Играть намирно, не психовать. Можно ломать красную шасть. Красную? Вот, дорогие друзья. Автор, мистер. Этот автор мне показался нормальным. Сравните его со Стафом. Стаф про крафт ничего не говорит, а он говорит. О, черт, меня разбудил какой-то звук. Мне кажется, он исходил из шахты, которая под домом. Нужно сходить проверить. О, сейчас скраб. Да. С крафтом. О-о-о. Давайте поопытнимся. А ты вот такой? Под ноги себе. Да не, я зажимаю. Там будет медленнее. Хотя нет, быстрее будет. Мы опытные. Так, ну и музыку. Давай громче включи там. Так, ну а она сейчас сделает. Тут. Факела приведут тебя к шахте. Нифига себе. Вау, сколько факел. Шахта. Прям под домом шахта. А вот и шахта. Блин, мне страшно туда идти. Да, прорыл там уже. А мне не страшно. Ух. Хотя чё, у нас же монстры появятся. Офигеть, дыра. Дальше. Раньше её здесь не было. Надо аккуратно её обойти, внизу есть свет. Подожди, а что там было в красной шерсти, кстати? Интересно узнать. Бонус! Меч! Меч это бонус. Так. Нужно аккуратно... Ой, мы не прочитали табличку, подождите. Мы не прочитали табличку. То, что мы так... Правила-то нарушаем. Автор расстроится. Так, мы не вылезем, наверное. Там написано вниз, типа, прыгать. Сейчас все это посмотрим. Обвал придется прыгать в воду. Я же говорю. Экстрасенс. Так, факел? Интересно, кто мог оставить факел? Херобрин, конечно. Автор. Надо идти вперед. Нет, мог херобрин оставить. Опять свет. Бонус. Бонус. Так. Опять надо прыгать. И... Куда? Так. Это была лава. Была. А я думал, это была не лава. Ой, я, похоже, убил лаву. Не, я не убил лаву. Так. А. Помоги нам, они идут. Быстрее, иди по факелам. Да. Сундук. Теперь мне еще страшнее. Херобрин. Посмотри, он оставляет красные факелы. Это действительно херобрин какой-то. Мы не пропускаем ничего. Изумрудное изобилие. Так. Сначала сюда. Не, прикольно, я бы сказал. Я кончился. Мне показалось, что это был не херобрин, а не крипер. Так, пошли. Куда? Сюда потом. А. Так, что? Чё, что это такое? Какая-то деревня цивилизация. Хер. Странное место. Как много книг? Да, как много. А, давайте прощём. Мы цивилизация Дормундов. Наш город процветал. Мы жили в счастье и богатстве. Но вдруг в нашей империи напали так называемые павшие. Они хотели убить нас. И мы начали убегать, нас осталось мало, мы спрятались в бункере. Нам очень страшно. Бункер потихонечку разваливается. Кто читает этот дневник, пожалуйста, помогите нам. Ладно. Так, интересно, что это? Что это? Что это? Так, мы не можем ничего такого сказать. Что это? Так. А крафт можно? Нельзя крафт. Он сказал. Так, сюда потом, да.
Тут два пути. Сначала сюда. Ого. Зомби. Это какой-то касть. Точно херобы. Ух ты. Ух ты. Ничего. Первое, так сказать, западло. Зомби. Извини. Я тебе не буду списать. Так, уголь. Зомби. Подожди, куда? Ну как сначала ты сюда. Вылез? Сначала как сюда как сказал. Как ты вообще вылез? Не, ну тут же два пути. Ай. Не. Зомби, это что ты виноват? А! Кто? Ай! 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 Скелет откуда? А? Он. Значит, меч, который мы. Нашли. Пробили, который... Нашли. Нет? Ай. Ну ладно, скелет. Ай. Скелет, ты сам. Ай, ты сам обратился. А! Вы чё, обалдели? А играть на мирном? Да. Но мы как обычно играем не на мирном, потому что это неинтересно. Так что такое это? Это неинтересно. Всё, скелет нас убил. Скушай яблочко. Подожди. Еще скелеты? Откуда? Откуда здесь скелеты? Ого! Прокачка. Моё! Закрываю шарстью. Всё. Так. Так, все, пошли туда. Понятно, что нужно найти туда. Уйди! Уйди! Боже ты мой! Почему так нас... А, это херобрин. Это херобрин. Так. Где ты? Так, а куда дальше-то? Не знаю. Я не понял. Да нет, темно. О, светло. От лавы. Ну да. Так. То как ты добрался-то? Ну все. Получил. Крипер туда что-то пошел. Херобрин. Так, куда там? Факел. 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 А можно. Можно просто посмотреть на костер и все. Не знаю. Ну он бы написал, что это конец карты. Тепленько. А вон факел. А, туда. А как туда? А, понятно. Не зря он такую конструкцию построил. Вот. Такую. Ну почему у нас постоянно такие звуки? Или не сюда? Я там факел. Да нет, не сюда, не сюда. Там свет. Там свет, но нет факела. Значит, просто посмотреть на огонек, наверное. Я не знаю, проверим. Уже проверено. Так. Я не знаю вообще. А, вот. Короче, пошли другим. А, стоп. Вот. Вот. Красный фактор. Значит сюда. Это первый. Звук идет вниз по воде. Уйди! Уйди звук по воде! Бум! Это был звук по воде! Кстати, он не взрывается в воде. Ну, точнее, ничего не делает. Убью. Чекпоинт. О, наш любимый паркур. Да. Только нам. А, ну да, можно штаймсет ставить. Ну конечно. Как мы не догадались раньше, что... О, мы можем со стрелами спать. Ну, мы втыканы стрелами, смотри. Так. У меня будет, дорогие друзья, я... Это? А как? А, мы же яблочко съели. Нет, мы тупо не умираем. Мы яблочко съели. Так я понял, а почему вообще не умираем это яблоко? Да. Так, о, вещи, нужно положить. Всё, туда положим. Ставим только стрелу. Она клёво мочит. Не, ну реально, мы... У нас нет ничего... А, стоп, сопротивление урона есть. А, всё понятно. Так это клёво. Дорогие друзья, я забыл сказать, что я надумал сделать карту паркур и выставлю в нашей группе. Короче, для наших подписчиков, для наших зрителей, чтоб проходили, да. Да. Да что ж такое-то? Автор карты, мистер Толло, можно мне здесь использовать креатив или нельзя? Потому что я каждый раз туда-сюда подниматься, это идиотство. Смотрите. Ладно, проявляем уважение к автору. Что это вообще за такая шахта, в которой пещера? Точнее, в которой парк... Так, ладно, извини, автор.
который паркур. Что это значит? Ты видел какую-то такую похожую шахту? Так. Ух. Не сложно, сложненький паркур, да. Ничего, скоро зелье сопротивления закончится, и тогда обычно конец будет. Так. Что закончился, Аня? Хардкор! Перепрыгнули, перепрыгнули. Ну, доплыть, вообще-то доплыть можно было. Вот это жесть. Через лабиринт. Вот это жесть через лабиринт. А что, нормальная карта, слушай, через лабиринт. Цветись. Так. Ты нашел проход? А может и нет. Это ложь. Зомби. Светись. Так, это не тут. Явно не тут. Ура! Мои вещи! Да! Наконец. Так. Кирпин! Чё? Там кнопка. А, плита. Привет. Уйди, уйди. Ё-моё, сколько вас тут наплодилось. Так. Дурмун, мы дурмуны. Джек. Вы не представляете, сколько я вас искал. Вот они дурмунды. Привет, кто вы? Так, давай, говори. Меня, кстати, зовут Лейер. Я тебе. А тебя как? Меня зовут Джек. Спасибо за прохождение, карту создал мистер Лоло. Это конец первой части. Делать ли мне продолжение? Да, ну, конечно, делай. Конечно, делай. Нам немножко... Ну как немножко? Блин. А почему не алмазные блоки? Потому что почему не стаками? Потому что алмазные блоки слишком дорогие. Андрей, друзья. Да, сейчас мы... Автору спасибо за... Ждем второй части. Да, мы очень-очень ждем второй... Вау. Это что такое? Статуэтка. Это что такое? Так, ладно. А ну стой, нажми на цей. Дурмуда. Нажми. О. О, торговаться. Так, что он нам предлагает? О. О. Спасибо. Ух. Так, это что? Нет. Купиться дурмуд. Так. Ууу. Пада идет. Пардон, слишком такой какой-то дорогой. О. Кушка. Это как раз. Ням-няшка. Так, это что? Не надо. Не надо. Не надо. У них еще другие желания подкрывались. Должны были тех, которых мы купили. Вот. У них другие желания. Слышишь, ладно. Все, всем спасибо. С вами был Женя Денис. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, присылайте нам свои карты. Всем пока! Всем. Вау! Да, всем пока. Все. Под лабиринтом. Всем пока.